4 километров до 700 метров. Настолько намерены сократить производственный маршрут от склада сырья до склада готовой продукции на крупнейшем мебельном предприятии в Ульяновске. Это позволит минимизировать потери фабрики и создать так называемое бережливое производство. Все это цели национального проекта «Производительность труда». По федеральной программе прирост производительности в год 5%. У нас задача стоит немного выше, посмотрим, как получится. То есть до конца года увеличить производительность до 16 тысяч диванов. Ульяновская компания по производству мягкой мебели, а также изделий для сада и дачи в месяц изготавливает до 10 500 диванов. Увеличить выпуск продукции в полтора раза предприятию помогают эксперты Федерального центра компетенций. По условиям нацпроекта специалисты оказывают компаниям адресную консультационную поддержку прямо на местах. Начали мы, естественно, с диагностики. Мы познакомились с процессом, познакомились с командой. Мы продиагностировали полностью весь процесс. Посмотрев на все проблемы, выявили, что у нас большие проблемы с передачи, скажем, материала с одного места на другое. И, посмотрев лучшие практики, решили использовать один из инструментов – это поток единичных изделий. В качестве единичного изделия сконцентрировались на выпуске углового дивана, который приносит около 50% от всей выручки фабрики. Каждый день, начиная с 26 июня, проектная команда из экспертов и сотрудников предприятия работают сообща. Составляют план-график, выявляют новые прогнозируемые потери. Все проблемные точки заносят на специальную карту потока создания ценности в виде звездочек. Такая схема наглядно демонстрирует все слабые места и точки роста. Самое главное, мы сейчас понимаем, что мы хотим делать и к чему стремиться. Мы уже начали проводить экспериментальную партию составных рольгангов, на которых мы моделируем наше производство. Обучать коллектив завода передовым практикам бережливого производства, что значит минимизировать все существующие потери компании, эксперты планируют до конца года. Одновременно специалисты Федерального центра компетенции тренируют региональную команду экспертов. Также в рамках регионального центра компетенции у нас будет создана фабрика процессов, которая позволит специалистам, руководителям предприятий именно совершенствовать свои процессы не только на предприятиях, но и в центре, что, соответственно, тоже благотворно скажется на производительности труда. Параллельно с мебельной фабрикой федеральные эксперты внедряют инструменты бережливого производства на одном из ульяновских мясокомбинатов. На очереди повысить уровень производительности труда еще 12 региональных предприятий. Рената Лиулова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.